Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, ОлТВ, пацаны, поздоровайтесь. Я ОлТВ, сам ОлТВ. Если пьёте, кушайте, приятного аппетита, у нас обзор крутых аниматроников. Погнали. Первый аниматроник Enda 02. Давайте будем его рассматривать детально, потому что в VR это можно все рассматривать и вот так все шупать. Шупать, да. Так, что он может? Показывай. Так, кричит. Может? Кстати, очень громко кричит. Ты как-то аномально быстро встаешь и ложишься. Это очень странно. А ну покажи, как он бегает. Ого, ты быстрый! Ты просто мега быстро. Так, а теперь я хочу тебя рассмотреть со всех сторон. Так. Смотрите, прям как провода идут. Хочется взять его так вот и о пол побить. Ну ладно. Я думаю, что в реальности у меня бы так не получилось сделать. Смотрите, насколько у него здесь остро все. Shadow of Freddy. Ого, он гигантский. По сравнению с Эндом он просто здоровенный. Ого, просто офигенные текстуры. Ребята, вот кто делает эти аниматроников, вам респект. Потому что, когда ты играешь от третьего лица, ты не замечаешь всю эту красоту и детализацию. Человек реально старается, аж в какой-то программе это все делает. Микрофон классно сделан. Прям хочется так, знаете, за пипочку потрогать эту. Классно сделано. Так, что он может? Показывай. Садиться вот так вот. Так. Уходить по земле. О, я помню, да, этого аниматроника. Он может сейчас... А где он? Вот, блин, я испугался, он гигантский просто, ну тебя нафиг. Так, я могу прям фонариком... А, кстати, даже свет фонарика во рту не светит, это очень странно. Я могу вот так прям подсвечивать его. Смотрите, на ногах тоже провода здесь идут. Офигеть. Что-то микрофон какой-то гигантский. Просто какой-то великанский. Так, там вот потрёпано все, поломано. Прикольный аниматроник. А он не может перевоплощаться или что-то делать такое? Нет, только ты подсадишь. А на контрол? Садится вот так. А, просто садится может. Понял. Без редбони. Так, посмотрим, что у тебя тут есть. Так. Круто сделан. А давайте его внутрь. Кстати, вот здесь вот обычный эндоскелет. Я прям вижу. Да-да-да, только вот руки нету и куча проводов. Да-да-да. А ну-ка, сзади здесь рассмотрим все. На спине так все потерто очень, все так, знаете, грязно. Видно, что это аниматроники очень старые и разломанные. Да. Но при этом они работают, и это очень странно. Они одержимы, потому что душами. Да? Да. Ого, смотрите, сейчас только обратил внимание, смотри, у тебя здесь вот какие-то штуки торчат. Это болты, получается. Да, и, кстати, никогда не обращал внимания, вот никогда. Сейчас вот можно увидеть эти все детали. Это крепление от маски, наверное. Ну да, и так получается здесь крепится там, где глаза, да, у него? Маска, ну и нос. А это что? А, это красная, получается, бантик здесь выглядывает. Ага. Ну, так, давайте дальше еще так рассмотрим его. А, одна нога у тебя разрушенная. А ну-ка, давайте здесь рассмотрим. Я могу аниматроников, ребят, вот так рассматривать часами. Я очень люблю эту тематику и... Любителям ФНАФа эти все ролики посвящаются, чтобы вы могли рассмотреть каждого аниматроника в деталях. Я думаю, что не каждый снимает такое. А я буду снимать и радовать вас. И все, да, пошел ничего. А ну покажи, как он бегает. Опа. О, еще анимации такие крутые есть. А это классно уже, мне нравится. Так, это ты типа включаешься, да? Да. А ну-ка побегай. Да блин, ты испугался, хоть руки так не протягивай. Но не сильно быстро, эндоскелет был побыстрее, да? Вот так, представьте, на вас идет аниматроник. Да ну нафиг, я бы обосрал. Да ну, не-не-не-не, не надо так делать, я боюсь их. Очень объемно и круто смотрится. Так, давай нам следующего. На изучение. Ой-ой-ой. Вот это вообще классяк. Так, вот так и стой, я хочу смотреть. Ока, здесь проводов. Ну там видно... Ого, глазные яблоки, какие-то мячи получаются. Вот это они большие. Так, здесь у нас вместо руки провода. А ну и сейчас сделай еще анимацию, у тебя прям... Да, провода прям шевелятся. Это, конечно, респект. Так, а ну давай здесь посмотрим, что у нас там. Так, просто тоже провода идут. О! То есть, ну еще раз так наклонись немножко. Такс. Блин, классно, если бы я еще мог бы аниматроников поднимать. Ай-яй-яй, один плохо. Так, есть что-то проводов?
Здесь меньше проводов, а вот с левой стороны что-то много проводов идет. Вот так вот. А чё они такие все поломаны? Это они просто из-за времени разломались или из-за чего? Это из-за времени, да. Потому что им, сколько им? Больше 30 лет. Так, а ну что она может? Какие-то звуки может издавать? Ух ты! А ну все, я понял. Что еще умеет? Она Control. Класс. Смотрите, как она это делает. А ты не будешь падать? Прикольно, да, включается? Неожиданно, такие прям резкие движения. А и ползать может? Да. А, кстати, звук вентиляции слышу. Так, это она побежала. Как, ну, как Фредди бегает, приблизительно так же само. Визард Фокси. Вот это у него острый крюк. А ну, я всегда хотел рассмотреть этот крючок. А ну, наклонись. Можно наклониться как-то ко мне сюда ближе? Я скажу, что Фокси, у него голова не сильно-то и пострадала. А ладно, забираю свои слова. Ну, нормально пострадала, кусок башки нету просто. Ну, у него, по крайней мере, есть ноги, руки и голова. Ну да, чуть-чуть там не хватает у него эффект с ухом. Но в основном он очень прикольно сделанный и рабочий при том. Блин, вот этот механизм зубов у него не такой, как у всех. Ну да, потому что у него морда отличается. Глаза, кстати, меньше, чем у Чики. И не так прикольно сделаны здесь, просто крепятся на какие-то палки. Это прикольно сделано. А ну давайте сзади его рассмотрим. Вот это у него ноги. Смотрите, какие мощные шарниры. Реально мощный аниматроник. Мне кажется, у него столько дури, он может человека просто разорвать, да? Так, а теперь крючок рассмотрим. Он, кстати, не сильно острый. Во-во-во, тогда. Не острый. Не острый, кстати. Я прям пальцем могу потрогать. Классно. Классный аниматроник, бомбейский. Так взять и открутить ему этот крючочек и себе его на руку поставить. Было бы классно. А какие он звуки сдает? Какие-то анимации есть? Показывай. Так, это ослепление. О, глаз один открывается. Так, это другой режим. А, вот, он выключился. А, и все, да? Больше ничего не может. Не, вот так можно на контроле ходить. Так. Так вот бегает. Ого, он псих. Самое главное. А, ты дурак, что ли, блин? Ты его ничего не сделал? Зачем ты это сделал? Боже, я сразу... Ух, этот виртуальный этот мир, Гаррис Вуд, он мне сведет с ума, ребята. Я стараюсь ради вас. Надеюсь, вы уже прямо сейчас поставили лайкосик и подписались, потому что ролики делают только для подписчиков. Надеюсь, вы это сделали. Так, ну все, больше ничего. А, звуки какие-то ля-ля-ля там. Все, я понял. Ты какие больше звуки не издаешь. Ты какой-то неадекватный аниматроник. Давай следующего. Визард Фредди. Во. Мне кажется, этот довольно-таки тоже целый. Так. Вот он меньше всех пострадал. У него почти вообще ничего не сломал. Ну да, он такое ощущение, что он вообще не принимал участие. Где-то ты просто где-то там сидел, чилил. Кофе пил. У него зубы в два ряда. Это нормально вообще? Да. Ну да, смотрите, голова целая. На руке вот немножко, да, фрагмента не хватает. И вот на коленках. А так он реально целый. У них одинаковые звуки у всех. Не, ну на скелет мухарать. О, что это с тобой? Смеяться, он смеяться умеет. А, я слышу, да. О, прикольно. Эй, ну зачем ты меня пугал, блин, ребята? Мне это потом снится, понимаете? Я вот это записываю ролики, а мне потом снятся какие-то сны, я утром просыпаюсь и начинаю офигевать. О, бам! Офигенная анимация. Вот эта анимация круто сделана. Ты офигел, Сань? А ну-ка, сейчас он встанет, типа включается. А убей ты его. Сейчас он убьет тебя, я боюсь его уже. Беги, гусанек, беги! От аниматроника еще никто не убегал, это просто жесть. Визард Голден Фредди. Очень похоже на обычного Фредди, но разрушений на нем больше. Больше у него проводов оторвано, с глаз провода торчат. Коленки подертые. Но тоже очень страшные.
И глаза, да, у него чернющие. А, у тебя глаз нету. Ну да, вообще ноль. А ну да, я так посмотрю вовнутрь. Может, есть там глазные яблоки? Нету глаз. Вообще их там не существует. Так, что он умеет? Это невидимым. О, я вижу тень твою. Это круто, а? Во, смеяться может. Ух ты! О, да, ты ж мега быстрая голова. Ну покажи, как ты умеешь быстро летать. Реально, у меня мега скорость. Я помню, что это самый быстрый аниматроник из всех. Скорее всего, самая быстрая башка. А ну да, я тебя рассмотрю так. Ого, и те провода увеличились. Да. Внутри пусто, ничего, и воняет чем-то. Да, это Саня. Так, давай следующего. Wizard Puppet. Классно. Кстати, маринетка вообще целая. Ничего разрушенного, просто грязная. Ее покупать и все. А ну вот на щеках, да, есть подёрта. И все. И на глазу правом. Да. Да, есть такое. Так что она умеет? И все? Она права кнопку мыши. Ну, ходит она как рахитка какая-то. Ух ты, быстрая! Как эндоскелет по скорости. Да, все, вот все, мы поняли. Ты классный аниматроник. Кто там следующий? Визгай той Бонни. А че у него с лицом? Такое ощущение, что его привязали к грузовику и просто тащили мордой по асфальту. Так, нога разрушена, а руки нет вообще, полностью отсутствуют. Главное, что гитара цела. То, что он там поломался, это все фигня. А если гитара цела, значит, классак, можно лупашить на гитаре. Удалось. Вот так вот. Так, что он может? Ну, такие умения. Не очень, если честно. Можно было бы что-то и получше. Ну, понятно, что очень сильно пострадавший аниматроник, и что у него там может быть? Так, брови, глаза. Они прикреплены к нему. Ну да, это часть глаз как будто. Визгай той Чико. Офигенная. Пикулька. Это получается все визоры, да, аниматроники? Поэтому в конце ВЕ есть. Так, ну, она тоже довольно-таки целая. Немножко левый глаз пострадавший и рука. Ну, все конечности на месте. Нога еще немного пострадавшая, правая. Да. Так, и как обычно сзади написано Let's... Пати. Только Пати. Почему-то отзеркалено. А здесь нормально написано. Ну, моделька такая. У тебя тоже сзади со спины написано задом наперед? Да-да-да, я вижу. Я никогда не обращал внимания на такие детали. Да, вот сейчас можно увидеть это все. О, пузатый морда. Ага, бровей нету, ничего нет. Ну, что-то он очень красивый. Так, что-то он умеет? Там какие-то анимации прикольные, что-то там такое. Блин, так и хочется потрогать. Я бы хотел в реальности, конечно, вот так вот потрогать это все там микрофончики, по пальцам ему надавать, вот так вот. Все, больше ничего не может? Так бегает медленно. Он бегает медленно, как толстопуз какой-то. Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще увидеть обзор на классных аниматроников, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, обязательно напишите, каких аниматроников вы хотите увидеть. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.